Компания Apple уволила несколько десятков своих сотрудников. Они работали над созданием самоуправляемого автомобиля. Компания сообщила, что увольнение связано с перезапуском проекта. Хотя в последние два года Apple увеличила вложение в этот проект, даже увеличивала штат в три раза, но значительного прогресса пока не добилась. Ну а сейчас специалистов сокращают, видимо, компания сталкивается с трудностями. Между тем, они уже тестируют несколько электромобилей под кодовым названием «Титан». Выглядят они довольно необычно, а испытания проходят в замкнутом пространстве. Первые машины должны появиться на мировом рынке уже в 2019 году.